В Одинцово готовится к отправке груз гуманитарной помощи для пострадавших от наводнения жителей Иркутской области. Сегодня более 60 коробок с вещами отправятся на пункт сбора в Истру. Активная помощь в проведении акции оказывают волонтеры. Напомним, сбор начался месяц назад по всей России, и Московская область не стала исключением. Необходимо все – постельное белье, подушки и одеяло, одежда и обувь для взрослых и детей всех сезонов, моющие средства, столовые приборы и кухонные принадлежности. Обязательное условие – предметы гуманитарной помощи должны быть новыми или в отличном состоянии.